тоже захочется свою жопу на машине повозить по московским улицам. Тем более, он говорит, водить-то я умею, да прав у меня нет. А права-то нынче недешево стоят. И машины также, любая машина, самая подержанная, как минимум 400-300 тысяч. А где у братка у этого малявы деньги? Где у малявы деньги? Нету у маляв денег. Но это мое предположение. Это только мое предположение. Это мое предположение. Я не думаю, что Марина ходит в пятерочку и Ромик покупает продукты на свои деньги. Я думаю, наша Мариночка карточку чик-брик, чик-брик, чик-брик. И также, как сказать, мальца кормит, чтобы он мускулы накачивал, питался правильное питание. Это тоже, конечно, не мое дело, но мне это все не нравится. Поэтому я не знаю, где он жрет. Мы жрем вот в пятерочке, в копеечке. А он на правильное питание. А спортивное питание недешево. Кто заплачивает? Вот он сказал, не звони маме и... Сказал, вам Марина больше деньги давать не будет. Он что, малек, сам наметил брать деньги-то? Ему очень выгодно, что Марина отсечь мать от него. Выгодно? Ты вырос без отца. Ну, я тебе хотя бы покажу, что женщина, будущая мать, нельзя обращаться с женщинами. Ты тупая, заткнись, еще хлеще. У тебя еще, как сказать, пипирка не выросла, а ты такие вещи говоришь. Пипирка-то у тебя есть в штанах или у тебя все в качко пошло? Мышцы. Обычно вот кто в мышцы больше, у них там пипирка-то плохо работает на этих спортивных питаниях. Это же тоже обсуждали уже давно. Кто с молоду сидит на спортивных питаниях, у них пипирка плохо работает. Там пипирочка там, черти какая. Сверху-то вроде выглядит хорошо, а штанишки-то сними, там плохо. Из-за того, что это питание, это все на здоровье сказывается. Я просто знаю это. Читала про это. У меня тоже два сына. Я читала, что нельзя сильно много всяких вот это вот банками жрать вот эту хероту спортивную. Я читала, я знала, я своему тогда сыну просто... строго-настрого говорила, не надо, не надо, не надо. Особенно вот когда, ему сколько, только 19 исполнилось, он, наверное, жрать эту заразу стал, с 14 лет жрет. От таких мужчин и дети не могут рождаться. Вы почитайте, вот интернет возьмите. Они-то думают, что они сейчас тело накачают и, знаешь, это покорят всех девок, а как мужик он, может быть, уже... потерял все в этой химии себя. Поэтому ты одно делаешь, другое калечишь. Вы почитайте сами, интернет посмотрите. Я это знаю. Я не могу сейчас такими словами. Я просто знаю. У меня тоже один сын начал вот это вот мышцы качать. Когда ему было там сколько? Там 14-15. Это вообще категорически нельзя делать, когда организм набирает мужскую силу. В половом отношении, в гормональном отношении. И срывы идут всякие такие с этими, потому что любому человеку пожрать хочется и селедку, хвост, и все остальное. А когда все время в мозгах нельзя, 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 я специально так говорю, зло, нельзя, то это получается все отражается очень плохо. На все, абсолютно.